Привет всем! Вы на канале «Позитивный огород». Пришли мы собирать клубнику. Наспело много клубники. Это у нас иришка. Такие вот ягодки. Есть прям совсем крупненькие, есть немножко вот такие вот помельче. Но тоже они все такого хорошего размера. Продолжает она и цвести. Еще цветут кустики. И также вот еще много новых вот цветоносов, которые еще только будут цвести. Ну и также есть ягодка вот такая вот, еще только завязывающиеся такие вот экземпляры. Тоже вполне себе хорошие. И в принципе на всех кустиках вот можете заметить много ягод еще зеленых. И вот здесь тоже вот ягодка. И много, как я уже говорил, цветоносов. Продолжает она закладывать. И вот так вот они цветут. Некоторые такими вот розовыми цветами. Некоторые белыми обычными. Вот у кореня люс от этой клубники. И вот он уже зацвел. Сразу же практически. Эта ягода была выращена из семян. Она у нас ремонтантная. Цветет до самой осени. Ну вот следующий кустик тоже вполне себе приличные такие ягодки. Такие есть. Такие вот ягодки. Есть большие кусты с редкими, но крепкими цветоносами, на которых вот формируются такие достаточно крупные ягоды. А есть наоборот вот такие вот кустики, у которых много мелких цветоносов и ягодки, соответственно, немножко помельче. Ну, тоже, в принципе, неплохие вот. Сначала они были мелкие, но потом вот наливаются в такую тоже достаточно крупную ягоду. Вот такие вот кисти. Поэтому вся она немножечко разная. Но цветет просто замечательно. Также попадаются кустики, которые пока совсем не цветут. Очень много от них усов постоянно обрываем. В том числе сейчас вот они опять начинают расти. Но есть и хорошие вот кустики, которые, в принципе, немножко попозже они зацвели. И вот только сейчас на них начали формироваться активно цветоносы со свежими вот такими зелененькими ягодками. Поэтому не все кустики в один момент начинают цвести. Так как она посажена из семян, и немножко она в различные такие сроки вступает в плодоношение. Вот, например, вот этот кустик, он совсем не цвел. Но вот сейчас, в начале августа, получается, стал выбрасывать большое число цветоносов. Вот один, второй, третий, четвертый. И вот зацветет. Ну, немножко попозже будет. Но на следующий год, так как это у нас клубника, она выдерживает заморозки зимние, на следующий год она должна рано в мае месяце зацвести. Ну, будем надеяться, что она хорошо перезимует. Такие вот есть ягодки небольшие. В общем, всякие разные. Есть вот такие продолговатые как бы ягодки. Есть и вот такие вот симпатичные ягодки. Вот такая вот ягодка у клубники иришка. Здесь крупненькая. Ну, конечно, попадается немножко и мелкая. Но так в целом. Вот это второй сбор. То есть, в принципе, через каждую примерно
недельку, либо 5 дней, ну, в зависимости от того, какая стоит погода, на грядке всегда поспевает новая клубника. Ну, повторюсь, что еще много и зеленой ягодки, и цветет. Всем тем, кому данное видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всего вам самого-самого наилучшего.